О, кто пришел? Будешь супергероем? Я мистер Исключительный. И вот что случилось. Мы победили всех амедроидов, кроме одного. И он идет прямо в Митровий. Только мы можем остановить его. И спасти этот город. Время скользить. Прямо как по учебнику. Идеальное исполнение. Если бы Хелен провела немного времени с Мираж, она бы ей понравилась. Да, когда-нибудь это случится. Если мы должны остановить амедроида, пока он не разнес город на куски. В городе новый супергерой. Пора город идти. Не выдержит мы того, что творит амедроид. Спасти город прямо сейчас. Мы должны его остановить. Я знал, что ты справишься. Мы должны остановить амедроида, пока он не разнес город на куски. Амедроид направляется к городу. У нас мало времени. Ты можешь сделать это. Я знаю, что можешь. Амнедроид не оставит от города камня на камне, если мы не вмешаемся. Совершенно невероятно. Не беспокойся, я здесь, чтобы помочь. Время скользить. Время скользить. Вот так. Продолжай в том же духе. Похоже, тебе это даже понравилось. Эй, может... Отлично. Я понимаю, что это нужно важно. Разобраться с амнедроидом, пока он не сравнял город с землей. Мне нравится твой стиль. Он становится все умнее. Нам лучше от него избавиться. Проверить. Я только купил машину, а уже не могу.
может, я уплачу Питера вернуть мне деньги. Мы должны поторопиться. Мы должны остановить амнидроида, пока он не разнес город на куски. Исключительный супергерой. Мистер Исключительный к вашим услугам. Время скользить. Продолжай в том же духе. Пора идти. Мы должны спасти город. Это просто нелепо. Мы должны немедленно остановить амнидроида. Мы единственные, амнидроид не оставит от города камня на камне, если мы не вмешаемся. Город не выдержит того, что творит амнидроид. Мы должны его остановить. Мне нравится твой стиль. Скорее, я не справлюсь с амнидроидом без тебя. Мы должны остановить амнидроида, пока он не разнес город на куски. Давай же, время уходит, а робот нападает на невинных людей. Я рад, что все целы. Прямо как в старые добрые времена. А ты? Ну, ты даешь. Как думаешь, какая у тебя была скорость? Эй, да ты знаешь толк в движении. Это было очень клево. Как-нибудь повторим, ладно? Не забудь. Отлично. Теперь ты дружишь со всеми тремя любителями суперсемейки. Но это еще не все. У ребят много идей.